Придавило плитой. В городе Струнино Александровского района погибло двое граждан Армении. Кроме того, в больнице оказался и третий житель республики, пытавшийся спасти своих братьев. Трагедия случилась на территории бывшего комбината «5 октябрь». Одно из помещений, видимо, было куплено под бизнес. Накануне четверо граждан Армении, отец и трое сыновей, пришли в одно из заброшенных зданий комбината. Ранее там располагался отстойник для мазута. И, по предварительной версии следствия, мужчины своими силами стали наводить там порядок. Двое мужчин 34 лет и 28-летний упали в котлован. Там находилась вода в этом котловане и перемешанная с остатками мазута. Парни падают вниз в эту воду, в эту яму глубокую. И по стечению обстоятельств, возможно, тронули бетонную плиту. Плита срывается и летит вниз. Мужчины погибли на месте под бетонной плитой. Спасти их пытался 27-летний брат. Однако сдвинуть огромную железобетонную плиту с места он не смог. Проведя долгое время в воде, парень получил переохлаждение и был доставлен в местную больницу. Плиту удалось поднять только с помощью спецтехники. Кто виновен в случившемся? Этот вопрос пока остается открытым. Сейчас по этому случаю проходит доследственная проверка. Будем выяснять, каким образом оказались люди на территории бывшей фабрики «5 октябрь» в Струнино, что они там делали. Пока одну из, конечно, главных версий, которая рассматривается, это личное неосторожное поведение погибших.